السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور говорит сегодня я расскажу о тех событиях из жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему и повествованиях о которых рассказал в разных своих выступлениях Хазрат обетованный реформатор да будет доволен им Аллах ссылаясь на него Я взял их из разных его выступлений. Каждое событие содержит в себе назидательный аспект. И, обратив наше внимание к тому, что члены общины должны увеличивать свои знания, Хазрат обетованный реформатор, ссылаясь на Хазрата обетованного Мессию, мир ему, приводит следующее повествование. Те, кто обладает религиозными знаниями, должны знать о том, что происходит в современном мире, и также они должны знать историю, и особенно те, кому поручена обязанность проповедовать, то есть миссионеры и проповедники. Они должны уделять этому особое внимание. В сегодняшнем мире информацию можно получить очень быстро и легко. Следующее повествование тоже обращает наше внимание к необходимости увеличения способностей и знаний. И также оно обращает наше внимание к тому, что человек, учитывая время и место, должен оставаться в рамках своего знания. И оно также обращает наше внимание к тому, в чем заключается истинная святость. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, «Мы слышали об этом событии от Хазрата обетованного Мессии мир ему. Он неоднократно рассказывал об одном человеке, которого называли святым. Визир падишаха случайно стал последователем этого святого. И он повсюду начал говорить о святости и богобоязненности этого человека, называя его постигшим Бога. Дошло до того, что он даже сказал падишаху, «Вы обязательно должны посетить его». Падишах сказал, «Хорошо, я пойду к этому человеку, которого ты называешь святым, в такой-то день». Визирь сразу же сообщил об этом святому и сказал ему, «В такой-то день падишах придет к вам, и вы должны сказать ему такие-то вещи, чтобы произвести на него хорошее впечатление,
и он стал вашим последователем. А если падишах станет вашим последователем, то и весь народ обратит к вам свое внимание». Затем Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: «Неизвестно, был ли он на самом деле святым, но из того, что произошло дальше, стало ясно, что он был неумным человеком. Когда ему сообщили о том, что к нему придет падишах, и он должен сказать ему такие-то вещи, которые произведут на него сильное впечатление, то он придумал какие-то вещи, которые он собирался сказать падишаху. И когда падишах пришел, он сказал ему: «Мир тебе, о падишах! Ты должен соблюдать справедливость. Знайте, что среди мусульман жил один падишах по имени Искандер. О, насколько справедливым он был! И о, какую известность он имеет до сих пор!» Хазрат Абитаван Реформатор продолжает: «В то время как Искандер, то есть Александр Македонский, жил за сотни лет до благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и даже Иисуса, мир ему. Но он, назвав его мусульманским правителем, хотел сказать, что он жил после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это означает, что он жил даже через сотни лет после благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, потому что Искандер не мог жить во времена четырех халифов, потому что это была эпоха правления праведных халифов. И он не мог жить в период Хазрата Муавия, потому что Хазрат Муавия был падишахом всего мира. И он не мог жить в период Аббасидского халифата, потому что они были единственными мусульманскими правителями на поверхности земли. Так что если Искандер был мусульманином, то он мог быть правителем только в 4-5 веке по хиджи, в то время как он жил за сотни лет до благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А этот человек называл Искандера, который жил за сотни лет до святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, человеком из уммы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и мусульманином. И в результате он не только не произвел хорошего впечатления на падишаха, а напротив, падишах стал испытывать к нему сильное недоверие и сразу ушел оттуда. Далее Хазрат Абитаван Реформатор продолжает: «Знание истории не является условием святости, но этот самозванный святой сам создал себе проблемы. Кто его просил затрагивать историческую тему? Так что человек должен обладать верными знаниями, и о чем бы он ни говорил, он должен быть полностью в этом уверен. Если он говорит об истории, то он должен обладать знаниями по истории. Если это касается специальных знаний, то он должен иметь об этом полную информацию. Этого человека погубила его личная страсть. Когда человек, отходя от истины, пытается облачиться в одежды так называемой святости и знания, то в этом случае он бывает унижен таким же образом, как этот ложный святой, и таким же бывает его исход». А затем Хазрат Абитаван Реформатор, ссылаясь на Маулви Абдуль-Карим Сахиба и цитируя Хазрата Абитаванова Мессию мир ему, рассказывает о его мягкосердечии и о том, какую боль он испытывал за всю мусульманскую умму и даже за все человечество. Обычные люди торопятся молиться против кого-то. Наш же принцип должен быть следующим. Мы не должны взывать с мольбой против кого-то. Более того, мы должны молиться за своих врагов. И в конце концов, они же уверуют в нас. Маулви Абдуль-Карим Сахиб рассказывал: «Я жил на втором этаже в доме Хазрата Абитаванова Мессии мир ему». Хазру поясняет: «Хазрат Абитаванов Мессии мир ему пристроил комнату над своей комнатой». Далее Маулви Абдуль-Карим Сахиб рассказал: «Однажды я услышал звуки, напоминающие плач женщины во время родов. Я был сильно удивлен и стал прислушиваться. И тогда я понял,
что это молился Хазрат Обетованный Мессия мир ему, обращаясь к Аллаху с мольбой: «О Бог, распространилась чума, и люди умирают от нее. Если все эти люди умрут, тогда кто уверует в тебя? Теперь посмотрите, чума является тем знамением, о котором сообщил благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И также о знамении чумы говорится в предсказании Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Но когда появляется чума, тот самый человек, для подтверждения истинности которого появилась чума, рыдает и взывает к Богу: «О Аллах, если эти люди умрут, тогда кто уверует в Тебя?» Так что верующий не должен молиться против обычных людей, потому что он бывает воздвигнут ради их спасения. Хазур поясняет: значит, верующий бывает воздвигнут для того, чтобы спасти обычных людей. А если он будет молиться против них, тогда кого он будет спасать? Ахмадият был установлен, чтобы спасти ислам. Ахмадият был установлен для того, чтобы спасти мусульман и вернуть им их величие. Ахмадият хочет вернуть мусульманам то величие и великолепие, которыми они обладали в период династии Омейядов, но с тем условием, чтобы в них не появились недостатки аббасидов и омейядов. То есть мы не можем молиться против тех, ради которых мы были воздвигнуты, чтобы духовно возвысить их до высокого уровня. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в одном месте произнес стихотворение на языке фарси, перевод которого следующий: «О мое сердце, заботься о чувствах и ощущениях этих людей, чтобы их сердца не печалились, и чтобы не случилось так, чтобы ты стал молиться против них. Потому что, в конце концов, они тоже претендуют на любовь к твоему пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Из-за этой же любви, которую и они испытывают к благородному посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они ругают тебя бранными словами. Так что у простых людей нет знаний. Они передают дальше то, чему их учат муллы. И даже сегодня многие мусульмане Ахмади пишут мне о событиях из своей жизни и рассказывают о том, что когда они рассказали одному или нескольким из наших противников об истинности Ахмадията, то их состояние полностью изменилось. И также некоторые мусульмане не Ахмади пишут мне о том, как они узнали об истинности Ахмадията. Теперь нам стала ясна истинность Ахмадията, и теперь мы поняли, что муллы сбивали нас с пути. В Африке произошло много таких событий, после которых там появились наши большие общины, и все они рассказали, что муллы представляли им Ахмадият в неверном свете. Так что мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас мусульманскую умму от дурных мул и плохих лидеров, и чтобы Он даровал способность простым людям узнать истину. Затем, рассказывая о том, что для истинного мусульманина предопределено, что когда его постигают какие-то беды, затруднения и опасности, то сам Всевышний Аллах облегчает его положение, он изрекает: Хазрат Маулана Руми в одном своем стихотворении написал: «За теми трудностями, которым Бог подверг этот народ, он оставил большое сокровище». Хазрат, обетованный Мессией мир ему, прочитав это стихотворение, всегда говорил: «Если какой-то народ или община действительно станет мусульманской, тогда все ее беды и опасности, которым она подвергается, становятся средством их развития и спасения. И их не постигает ни одна беда, результатом которой не было бы облегчения». Так что в наше время среди всей мусульманской уммы истинным мусульманином является только тот, кто связан с имамом времени и человеком, искренне и самозабвенно любящим святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованным Мессией и Махди, мир ему.
Если мы подвергаемся затруднениям, то для нас есть благие вести о хорошем будущем. И основным критерием проверки истинности является облегчение после затруднения. История Ахмадийской общины свидетельствует о том, что каждое испытание, по милости Аллаха, принесло с собой развитие. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, что плохие мысли людей, в окружении которых находится человек, оказывают на него влияние, независимо от того, побуждал ли кто-то его к совершению греха или нет. Это значит, что если человек проводит какое-то время в компании с каким-то дурным человеком, то в нем неосознанно появляется интерес к пороку. То есть дурной человек оказывает на него влияние, но он этого не осознает. И рассказывая об этом, Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Однажды один сикх, студент государственного колледжа, который был очень искренен к обетованному Мессии мир ему, через будущего первого халифа передал ему: „Раньше я верил в Бога, но теперь у меня стали появляться какие-то сомнения в нем“. Хазрат Обетованный Мессии мир ему через какого-то человека передал ему: „Поменяй место, на котором ты сидишь в колледже“. Он поменял место и после этого сказал: „Теперь у меня нет никакого сомнения в Боге“. Когда об этом сообщили Хазрату Обетованному Мессии мир ему, он сказал: „На него влиял один человек, рядом с которым он сидел, и который был атеистом. И после того, как он поменял место, его влияние прекратилось, и у него не осталось больше никаких сомнений в Боге“. Это означает, что если человек находится рядом с дурным человеком, который не говорит даже ни слова, он влияет на него. И также, если человек находится рядом с праведным человеком, то он тоже влияет на него, независимо от того, говорил ли он ему что-нибудь или нет. А значит, в этом мире мысли оказывают влияние, но люди не осознают этого. В этой связи я хочу, чтобы молодые люди обратили особое внимание к тому, что они не должны дружить с такими людьми, которые оказывают на них плохое влияние. Они должны дружить только с теми людьми, которые не оказывают на них дурного влияния. Также я хочу напомнить взрослым людям, что они не позволяют детям смотреть некоторые программы по телевидению, оказывающих плохое влияние на их нравственность. Или такие программы, в начале которых есть надпись, что это не для детей. Но если сами родители смотрят их у себя дома, то, во-первых, существует вероятность, что когда-нибудь дети тоже увидят эти программы, когда родители будут смотреть их. И, во-вторых, сама атмосфера, которая царит в таких семьях, оказывает плохое влияние на детей, и такие родители плохо воспитывают своих детей. Не может быть, чтобы такие родители, которые смотрят такого рода программы, находились на высочайшем уровне богобоязненности. И те из них, кто смотрит такие программы допоздна, даже не просыпаются на фаджр-намаз, утренний намаз. Так что обязанностью родителей является, чтобы они сохранили чистую атмосферу в своем доме, потому что такие вещи неосознанно оказывают влияние на детей и на их воспитание. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте изрекает: «Хазрат Обетованный Мессия мир ему иногда говорил некоторым людям:
Для того, чтобы вы могли попросить кого-то молиться за вас, вы должны установить с ним связь. Поэтому, обращаясь с просьбой молиться за вас, предварите это подарком. И я буду молиться за вас. Он избрал этот путь для того, чтобы укрепить связь с этим человеком. И в этой связи Хазрат Абитаван Реформатор неоднократно рассказывал следующее повествование. Однажды один человек пришел к святому человеку, чтобы тот помолился за него, потому что он потерял документы на свой дом. Этот святой человек сказал: «Хорошо, я буду молиться за тебя, но сначала ты принеси мне сладости». Тот человек был очень удивлен этим. «Я прошу его молиться, а он просит меня принести ему сладости». Но поскольку он нуждался в мольбе, он пошел к кондитеру. И когда кондитер захотел завернуть сладости в бумагу, он закричал: «Не рви эту бумагу, это документ на мой дом». И я попросил святого человека молиться о нем. Одним словом, он принес сладости этому святому человеку и сообщил ему, что он нашел свои документы. Этот святой человек сказал ему: «Единственной причиной, по которой я попросил тебя принести сладости, было то, чтобы между нами установилась связь, которая необходима для мольбы, и твоя покупка сладости принесла тебе пользу». В жизни Хазрата Абитаванова Мессии мир ему можно увидеть много такого рода событий, когда очень искренние люди просили его молиться за их здоровье или их бизнес. Хазрат Абитаванова Мессии мир ему молился за них с особой болью, потому что эти люди оказали большую помощь в продолжении его миссии по распространению ислама. По причине их больших пожертвований с ними установилась прочная связь. Хазрат Абитаванный Реформатор, цитируя изречение Хазрата Абитаванова Мессии мир ему относительно необходимости опережать друг друга в добрых делах, рассказал о двух сподвижниках. Один из них привел на базар лошадь, чтобы продать ее. Второй сподвижник спросил у него о ее стоимости. Он назвал ему какую-то сумму, но тот, кто хотел купить ее, сказал: «Нет, ее стоимость такая-то». И он назвал большую сумму, чем продавец лошади. Но продавец лошади сказал: «Я продам ее за ту сумму, которую я назвал». А тот, кто хотел купить ее, сказал: «Я куплю ее за ту сумму, которую я назвал». Это является обычным случаем, свидетельствующим о высоком уровне благодетельности сподвижников. Эти люди хотели опередить друг друга в каждом добром деле, поскольку Всевышний Аллах изрекает: «Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах». Если один из вас совершает какое-то религиозное дело, то постарайтесь опередить его и совершите большее пожертвование, чем он. Если каждый из нас начнет думать о том, что вместо стремления обрести только мирские выгоды, он будет стараться опередить других в добре и стараться опередить других в том, чтобы твердо придерживаться истины, тогда это, с одной стороны, будет очень полезно для нашего воспитания и воспитания наших потомков и получение вознаграждения от Бога, а с другой стороны, это станет причиной развития всей общины. Это является тем уровнем честности, который мы должны стремиться достигнуть. Затем есть еще одна важная вещь, на которую должен обращать внимание каждый мусульманин Ахмади. И она заключается в том, что все достоинства принадлежат только сущности Всевышнего Аллаха. Наставление кого бы то ни было тоже находится в руках Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах поручил нам одну обязанность, которая состоит в том, чтобы мы распространяли Его наставление и передали людям Его благую весть. Но при этом наставить может только Всевышний Бог. А мы должны совершать это дело, используя все свои возможности и способности. И после этого результат зависит от Всевышнего Аллаха.
Мы никогда не должны думать, что если такой-то человек получит наставление и станет мусульманином Ахмади, то община получит большее развитие, поскольку иногда некоторые люди говорят, что если такой-то человек станет мусульманином Ахмади, то Ахмадият будет развиваться, и мы тоже станем мусульманами Ахмади. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте рассказывает: некоторые люди приходили к Обетованному Мессии мир ему и говорили: «В нашей деревне живет такой-то человек, если он станет мусульманином Ахмади, то мы, жители этой деревни, тоже станем мусульманами Ахмади». В то время как их мысль является неверной, потому что даже если этот человек примет Ахмадият, там все еще останется много таких людей, которые не уверуют и будут продолжать отрицать истину. Так, например, в одной деревне было три муллы, и жители этой деревни говорили: «Если один из них уверует в Мирзу Сахиба, то мы все тоже уверуем в него». Одному из них Всевышний Аллах оказал свою милость, и он принес обет верности. И все эти люди стали говорить: «Если один уверовал, то что в этом особенного? Есть еще двое, которые не уверовали». А затем еще один из этих мул принес обет верности. И эти противники стали говорить: «Эти два муллы просто сошли с ума, но третий все еще не уверовал, и поэтому и мы не уверуем». Далее Хазрат Обетованный Реформатор продолжает: «Такого рода события происходят часто, но люди, не имеющие большого опыта, говорят: если такой-то человек уверует, то все люди уверуют. Но часто такого не происходит, так что мы должны больше уделять внимание снисканию милости Всевышнего Аллаха, мы должны уповать на Всевышнего Аллаха, мы должны делать то дело, которое нам поручено, а не смотреть на людей. Есть много такого рода людей, которые уповают на некоторых людей, но те, на кого уповают, сами иногда подвергаются каким-то испытаниям и затруднениям. Иногда некоторые люди пишут мне, чтобы я молился за такого-то человека, который поставил такое-то условие, и если оно исполнится, то он примет Ахмадият. Если он примет Ахмадият, то в нашем районе произойдет великая духовная революция. Хотя этот человек не имеет к этому никакого отношения. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах даровал общине таких людей, которые увеличиваются в искренности и преданности и идут вперед по пути духовного развития. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в качестве примера того, какую боль испытывал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, чтобы спасти человечество от заблуждения, рассказал об одном случае. Однажды одна неграмотная женщина из низшей касты пришла к Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Хазур поясняет: в Индии существует очень строгая кастовая система. И она сказала: «Мой сын стал христианином. Помолитесь о том, чтобы он стал мусульманином». Он ответил ей: «Присылай его ко мне, он будет слышать здесь слова Всевышнего Бога». Поскольку этот молодой человек был болен туберкулезом, Хазрат, будущий первый халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, лечил его, и когда он приходил к Хазрату Обетованному Мессии мир ему, он назидал его и рассказывал об исламском учении. Однако христианство настолько глубоко проникло в него, что когда слова Обетованного Мессии мир ему стали оказывать свое действие на его сердце, он стал испытывать опасения, чтобы не стать мусульманином. И поэтому в одну из ночей, когда его мама спала, он убежал из Кадияна в Баталу, где была христианская миссия. А когда об этом узнала его мама, она ночью пешком пошла в Баталу и вернула его в Кадиян. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: «Я прекрасно помню, что эта женщина
умоляя Хазрата Абитаванова Месси мир ему, говорила: «Ислам дороже для меня, чем мой сын. И хотя это мой единственный сын, но у меня есть сильное желание, чтобы он стал мусульманином, даже если после этого он умрет». Хазур поясняет: «Поскольку он болел туберкулезом, поэтому она сказала, если он умрет, то ей не будет жалко». Далее Хазрат Абитаванный Реформатор рассказывает: «Всевышний Аллах услышал ее мольбу, и этот молодой человек принял ислам. И затем этот несчастный юноша скончался. Эта женщина тоже знала, что если есть какая-то последняя возможность, то есть человеческая возможность вернуть его в ислам, то это может сделать только Хазрат Абитаванный Мессия мир ему, потому что он испытывает истинную боль за ислам и может передать благовестие ислама и проповедовать». Иногда люди ради исправления говорят такие вещи, которые вместо того, чтобы исправить, ухудшают. В этой связи Хазрат Абитаванный Реформатор в одном месте рассказывает о методе исправления Хазрата Абитаванного Мессии мир ему. Метод Хазрата Абитаванного Мессии мир ему был очень мягким и удивительным. Однажды к нему пришел один человек, имевший мало средств на существование. И в разговоре он сказал, что он приехал на поезде, пользуясь какими-то льготами, на которые он, вероятно, не имел права. Хазрат Абитаванный Мессия мир ему дал ему 1 рупию и с улыбкой сказал: «Я надеюсь, что на обратном пути вам не надо будет этого делать». Этим он научил его, что всегда надо делать только то, что дозволено. А затем Хазрат Абитаванный Реформатор, обратив внимание членов общины к тому, что им следует овладеть какой-нибудь профессией, рассказывает о следующем случае из жизни Хазрата Абитаванного Мессии мир ему. «Я помню, что у Хазрата Абитаванного Мессии мир ему в качестве помощника жил один молодой человек, который был слаб умом. Его звали Фаджа. Хазрат Абитаванный Мессия мир ему устроил его помощником к одному строителю, а через некоторое время он уже сам стал строителем. И хотя он был не очень умным, но он был очень искренним и религиозным человеком. Когда он пришел к Хазрату Абитаванному Мессия мир ему, он не был мусульманином Ахмади, но затем позже он стал им. А что касается его слабоумия, то есть одно событие, из которого становится ясно, насколько слабоумным он был. Однажды к Хазрату Абитаванному Мессии мир ему пришли гости. Это был начальный период общины, когда у нее еще не было столовой и гостевого дома. И поэтому гостей принимали в доме Хазрата Абитаванного Мессии мир ему. Когда шейх Рахматулла Сахиб, доктор Мирза Яукуб Бек Сахиб, Хваджа Камалуддин Сахиб, Курейши Мухаммад Хусейн Сахиб, парфюмер, и еще один друг приехали в Кадиян, Хазрат Абитаванный Мессия мир ему попросил Фаджу приготовить для гостей чай. И Хазрат Абитаванный Мессия мир ему несколько раз очень четко сказал ему, что чай надо приготовить для этих 5 человек. И вместе с ним Хазрат Абитаванный Мессия мир ему попросил помочь ему своего старшего помощника по имени Чарак. И когда они оба принесли чай, они увидели, что в той комнате, в которой сидели гости, уже никого нет. Они все ушли навстречу Хазрату, будущему первому халифу Абитаванного Мессии. Поэтому они отнесли чай туда. Поскольку Чарак был уже давним помощником, он сначала поставил чашку с чаем перед будущим первым халифом Абитаванного Мессии, потому что он ценил святость и статус будущего первого халифа Абитаванного Мессии, да будьте доволен им Аллах. Но в это время Фаджа Сахиб взял его за руку и сказал: «Хазрат Абитаванный Мессии мир ему не назвал его имени».
Ачарак глазами и рукой попытался дать ему понять, что даже если Хазрат обетованный Мессии мир ему не назвал имени Хазрата будущего первого халифа, все равно он является самым уважаемым из всех присутствующих, и поэтому прежде всех они должны поставить чашку перед ним. Но Фарак продолжал говорить. Хазрат Сахиб назвал имена пятерых человек, и он не назвал его имени. Вот насколько слабоумным он был. Он не понял даже такой простой вещи. Но когда его устроили помощником строителя, через некоторое время он уже сам стал строителем. Вот почему Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, обращает ваше внимание к тому, чтобы вы не сидели как бездельники, как сидят некоторые люди в бедных странах и также в этих богатых странах. Поэтому вы должны овладеть какой-то специальностью, заниматься каким-то делом и сможете зарабатывать деньги. И более того, вы сможете принимать участие в благотворительных делах и в служении людям. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал также один случай, в котором упоминается о том, каким сильным ревностным чувством в отношении Бога обладал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Был один человек, который сначала не был Ахмади, но позже он стал очень искренним мусульманином Ахмади и имел очень прочную связь с Хазратом обетованным Мессия мир ему. Но до того, как он стал мусульманином Ахмади, Хазрат Сахиб был недоволен им в течение 20 лет. Причиной этого было то, что Хазрат обетованный Мессия мир ему был очень сильно недоволен им из-за одной вещи, которая заключалась в том, что когда умер один из его сыновей, Хазрат Сахиб с одним своим братом пришел к нему, чтобы выразить свои соболезнования. А у них была такая традиция, когда приходил кто-то, с кем у них были дружеские отношения, чтобы выразить свои соболезнования, они обнимали его и сильно рыдали. И согласно этой традиции, когда этот человек обнял старшего брата Мирзы Сахиба, он сказал: «Бог проявил по отношению ко мне большую несправедливость. Упаси Аллах». Услышав это, Хазрат Сахиб испытал такое отвращение к нему, что не хотел даже видеть его лица. Позже Всевышний Аллах даровал ему возможность избавиться от такого рода проявления невежества и принять Ахмадият. Хазрат обетованный реформатор сказал, что Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал об одном случае, доказывающем существование Всевышнего Бога. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал, что с Хазратом мир Мухаммад Исмаил Сахибом учился один атеист. И однажды, когда произошло землетрясение, этот атеист непроизвольно сказал: «Рам, Рам! О Бог, о Бог!» Поскольку раньше он был индуистом, а потом стал атеистом. Мир Сахиб спросил у него: «Если ты не веришь в Бога, то почему ты сказал Рам, Рам?» Он ответил: «Это произошло только по ошибке. На самом деле, атеисты находятся в состоянии невежества, а те, кто верует в Бога, обладают знаниями. Поэтому, когда атеист испытывает страх, он думает, что, возможно, он ошибается. А если бы он был убежденным атеистом, то во время смертельной опасности он говорил бы другим, чтобы они оставили всякую мысль о Боге, потому что нет никакого Бога. Но мы видим противоположные примеры. Так что сильным доказательством существования Бога является то, что в каждом народе существует мысль о Боге». Хазрат обетованный реформатор, упоминая о состоянии сердца Хазрата обетованного Мессии мир ему, из-за поддержки и помощи ему Всевышнего Бога, рассказывает: «Положение и состояние сердца Хазрата обетованного Мессии мир ему можно понять из той записи, которую он сделал в своем ежедневнике, которую я взял из его ежедневника и опубликовал. Хотя он написал ее не для того, чтобы показать ее миру, и чтобы никто не увидел в этом какого-либо рода неискренность и притворство. Это был его разговор наедине с Богом. И это была очень смиренная мольба,
обращенная к своему Аллаху, которая вышла из-под пера пишущего, и она дошла до Всевышнего Бога. Он написал ее не для того, чтобы она дошла до мира, и она не могла бы дойти до него, если бы Всевышний Аллах по своей мудрости не предоставил ее в мое распоряжение, и я бы не опубликовал ее. В этой записи Хазрат, обетованный Мессия мир ему, обращаясь ко Всевышнему Аллаху, пишет: «О Бог, как я могу оставить Тебя, поскольку Ты успокоил меня и помог мне в то время, когда все друзья и сочувствующие ничем не могли мне помочь?» Уровень нравственности каждого мусульманина Ахмади должен быть очень высоким, и это является тем, о чем многократно увещевал нас Хазрат, обетованный Мессия мир ему. И в этой связи о том, каков был его личный пример и как по-доброму он относился даже к своим противникам, рассказывает Хазрат, обетованный реформатор, следующими словами. «Один друг рассказал мне, что жена одного из сильных противников из числа индусов серьезно заболела, и врач порекомендовал такое лекарство, в составе которого должен был быть мускус. Когда он нигде и ни у кого не смог найти мускус, то он, проявляя стыдливость, пришел к Хазрату, обетованному Мессии мир ему, и сказал ему: «Если у вас есть мускус, то подарите его мне». Вероятно, он нуждался в 1-2 граммах мускуса. Но потом он сам рассказал, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, принес ему целый флакон мускуса и сказал: «Ваша жена очень больна, возьмите все это». О том, каким было учение Хазрата, обетованного Мессия мир ему, о защите себя от гнева, Хазрат, обетованный реформатор, сказал: «Корнем слова «таун» – чума является «тан» – упрек, и второе его значение – поразить копьем. Так что тот Бог, который явил свой гнев по отношению к его врагам, существует и сейчас, и он обязательно проявит свое могущество и не будет молчать. А мы будем молчать и советуем своей общине сдерживать себя и показать миру, что в нем существует такая община, которая, видя всякого рода подстрекательства и побуждения в свой адрес, любит жить мирно. Я уже рассказал о мольбе Хазрата, обетованного Мессии мир ему, как он рыдал, испытывая боль за людей. Так что, во-первых, мы не должны молиться против кого-то, а во-вторых, в случае любой смуты мы должны продолжать жить мирно. Для того, чтобы создать в себе особое состояние во время мольбы, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, дал нам наставление, и Хазрат, обетованный реформатор, рассказал об этом. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, часто рассказывал, что если какой-то человек считает, что во время взывания к Аллаху с мольбой в нем не появится истинного рыдания, то он должен постараться вызвать в себе плач даже искусственно. Если он так сделает, то в результате этого в его мольбе появится истинное рыдание. Затем, объясняя, в создании какого состояния во время мольбы мы нуждаемся, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Причиной наших неуспехов в некоторых наших делах и того, что мы окружены врагами, является то, что часть нашей общины проявляет лень в мольбе». Хазур поясняет: «И сегодня существует такое же положение». Далее он изрекает: «И в общине есть такие люди, которые не знают этикета мольбы, и они не знают сути мольбы». Хазур поясняет: «Мы часто говорим о духовном преобразовании, но мы проявляем слабость в мольбе». Говоря о сути мольбы, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Мольба является своего рода смертью». Хазур поясняет: «Он рассказывал, что просить кого-то о помощи означает своего рода смерть, и без того, чтобы не считать себя своего рода умершим, нельзя просить кого-то о помощи. То есть человек не может просить о помощи, пока он не начинает считать себя своего рода умершим.
Поэтому мольба означает, что человек считает себя своего рода умершим, потому что тот, кто знает, что он сам может сделать какое-то дело, не обращается к кому-то за помощью. Разве человек приглашает людей своего квартала, чтобы они одели его, и говорит: «Придите и оденьте меня»? Или разве он приглашает кого-то, чтобы они помыли его посуду? Или просит ли он кого-то поднять его упавшую ручку? Человек просит о помощи тогда, когда он знает, что он сам не может сделать это дело. В ином случае, тот, кто думает, что он сам сможет сделать это дело, не просит помощи у других. Только тот человек просит о помощи у других, который считает, что он сам не может сделать это дело. Таким образом, просить помощи у Всевышнего Бога может только тот человек, который считает себя пред Ним мертвым и беспомощным. Всевышний Бог изрекает, что пока человек не умирает на моем пути, его мольба не будет мольбой, потому что в ином случае это будет подобно тому, когда кто-то имеет силу поднять ручку, но призывает других помочь ему. Разве этот его поступок не вызовет смех? Тот, кто знает, что он сам может поднять свою ручку, не окажет ему помощи. Таким образом, в том случае, если кто-то думает, что он сам может совершить какое-то дело и будет молиться о нем, то его мольба не будет истинной мольбой. Истинной мольбой будет считаться мольба только такого человека, который будет считать себя пред Богом своего рода мертвым и будет считать себя совершенно беспомощным. И успешным в глазах Всевышнего Аллаха будет тот человек, который создает в себе такое состояние, и его мольбы могут быть приняты. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность, чтобы мы установили высокие уровни нравственности и высокие уровни поклонения. Пусть Всевышний Бог дарует нам возможность молиться такими мольбами, которые будут приняты, и мы выполняли свои обязанности по отношению к мольбе. Алхамдулиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху, ва нуъмину бихи, ва натаваккалу алейхи, ва наъузу биллахи мин шурури анфусина, ва мин сайиати аъмалина. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر